Друзья, всем привет! Хотим сегодня поблагодарить за денежные переводы. Это Елену из Белгорода переслала на 200 рублей. Написала такое сообщение. Леночку, с днем рождения, терпения тебе, родная, и веры в самое лучшее. Спасибо большое вам за такие теплые слова. Я уже говорила всем остальным, кто поздравил меня. Всем огромное спасибо. А также 500 рублей Виктория Любомировна. Тоже вам огромное спасибо за то, что вы нам помогаете. Я еще немножечко подрисовала, еще 3 цвета. Немножечко уже прям даже вырисовывается. Ну, дальше начну рисовать. Пришла опять серенькая. Наверное, видит меня. Я не шевелюсь, стою. Боится, глаза такие напуганные. Не хочу шевелиться и ближе подходить, а то убегает сейчас, пусть кушает. Все, пойду вообще выйду отсюда, пусть она кушает. Всем привет, друзья. Сегодня иду в райисполком на прием к министру. Принимает министр жилищно-коммунального хозяйства. Давно я не была у министра. По такому вопросу, вы знаете, что у Димы в квартире нет отопления, что хотела спросить, будет ли программа, как была до войны у нас, там, ну, по защите населения, малообеспеченным, ну, инвалидам, делали бесплатное индивидуальное отопление. Дима уже стоял первый на очереди, вот, и когда началась война, эта программа прекратила свое существование, так как это было еще при Украине. Вот. Зайду на прием, поинтересуюсь, будет ли какая-то помощь в этом плане. Я в райисполкоме внутри. Иду опять на почту узнать насчет посылочки. У нас здесь такой небольшой магазинчик, тоже хозяйственный. Здесь в основном обои, ну и так все по хозяйству. Такие красивые обои. Вообще такой тоже магазинчик хороший. Вот, сделали такой заезд. Такие перила, их не было. Это недавно сделали. Ну, какая красота. Можно с Димой будет теперь заезжать, полюбоваться. А то были только вот здесь ступенечки. Посылки нет. Все, я уже вышла. Я вам не сказала вначале. Короче, в интернете было объявление, вот это, что приезжает министр жилищно-коммунального хозяйства. Я по телефону позвонила, записалась. Причину, вопрос, который меня интересует. Вот. И была вторая по списку. Там вызывали. Вот. Ну, уже я сейчас вышла. Расскажу вам, что мне сказали. Короче, такой программы, которая была при Украине, что устанавливать отопление индивидуально, бесплатно, ну, категориям, которые нуждаются, такого нет и пока не предвидится. Ну, предложили обратиться в Луганский такой фонд милосердия за помощью, ну, написать причину, кому, чего. Ну, сейчас пока еще заявления не принимаю. Говорят, только в 2020 году начнут принимать. Сейчас пока они там, кто раньше
писал на помощь. Вот. Но сначала нужно еще собрать пакет документов. Может, завтра еще пойду в горисполком. Мне там девочка в кабинете сказала, подойдете, я вам напишу список, какие нужно документы собрать. Ну, это справочку с ЖЭКа Димы, ну, ксерокопия всех документов. Сказали от лечащего врача, какие он, ну, когда последний раз проходил курс лечения, хоть и амбулаторное или какое, в таком плане. Вот соберете, и тогда, говорит, по телефону даже можно записаться, а потом приехать на прием, и, возможно, выделят какую-то сумму денег. Именно строитель, ну, как установкой они не занимаются, просто могут выделить сумму. Хотя мы в 2015, по-моему, в 2015 году я уже в этот фонд обращалась, но сейчас там, наверное, может, поменялись люди. Тоже мы обращались по этому поводу, но тоже нам сказали, что отопление не устанавливает, но выделили тогда Диме 20 тысяч на, ну, на продукты питания, на медикаменты. И сказали, в течение месяца нужно отчитаться, привести отчет, чеки и все остальное. Ну, я звонила и просила отсрочку хотя бы на 2 месяца, потому что за месяц потратить 20 тысяч, а потом опять сидеть лапу сосать, это тоже нереально. Но они разрешили. И приходилось скупляться не на рынке, а у нас был один маленький, ну, небольшой супермаркет. Приходилось там покупать продукты, хоть там чуть и дороже. На рынке можно было дешевле купить. Ну, нужно предоставить чек. Там число, сумма, все это учитывалось. И ездила, сдавала отчет. Ну, может быть, этот раз тоже какую-то сумму, может, выделят. Ну, я думаю, если только в 2020 году ставят на очередь, я думаю, там людей, если это полностью по области, это, наверное, ждать не один год придется. А там как получится. Ну, все. Голубки подошли. Все. Пошла домой. Деревья все уже листья сбрасывают. Все теперь насквозь все видно. Все равно красиво. Праздник Покрова здесь проходил, не знаю, как это называется, литургия или что-то такое. Здесь батюшка был, освящал, цветочки поставили. Иду тропинками домой, напрямую. Все, вон он, домичек мой уже. Друзья, на огороде. Сегодня у меня опять небольшая работа. А это нужно вот посадить хризантемку. Это мне сестричка дала. Вот такой цвет. Вот нужно вот посадить.
я хочу спилять вот эту толстую ветку. Она мне тут и абрикоску закрывает. Ну, по крайней мере, я попытаюсь. Я хотела тут маленькие ветки, но придется вот это вот все. Она прям сильно закрывает. Ну, не знаю, хватит мне сил. Попробую сейчас, как она будет пиляться. Ну, вот, немножечко попиляла. Устала, пойду пока хризантемку посажу. Вот у меня картошка повсходила. Короче, я в подвале перебирала. Еще весной оставалась пророщена. Я взяла ее тут, покидала на кучу, как компост травой. Ну, мусором закидала. Она вот в траве повылазила. Можно копнуть, может там картошка есть. Ленька, есть картошечка маленькая. Сейчас попробую лопатой еще посмотреть. Ну, до следующего года она, конечно, замерзнет здесь. Вот сюда я сейчас посажу рядышком. Тут у меня пырей рос такой цветной, красивый. Я его выкопала. И сюда сейчас посажу. Ну вот все, я пообрезала. Именно корешочки оставила. Видите? Куда-нибудь положим. У меня даже он салатик вылез. Что значит тепло? Лучок там маленький, совсем уже большой. Вот салатик. Смотрите, какой. Сейчас надо его полить. До мороза еще лучок будем есть молоденький. Все, половина работы уже сделана. Я пилю на косую. Я хочу здесь потом какой-нибудь горшочек прибить. И тоже посадить цветы. Ну, это в планах. Не знаю, еще спилять надо. Если бы, конечно, по прямой, уже бы, наверное, завалилась. А так отдыхаю, дальше пиляю. Все, завалила. Долго я мучилась. Это жесть. Ну, не так я спиляла, как хотела. Она все равно у меня под наклоном получилась. Хотела я поровнее сделать, но как получилось. Ладно, что-нибудь придумаем. Теперь как бы его отсюда двинуть. Неподъемное. Его надо будет распиливать, наверное. Все, не сегодня. У меня уже руки болят. Назали. Понатираются, наверное. Все, хватит на сегодня.